Трактуриста, это называется. Ремонт для всех. А за окном там что в холодильнике? Хлеб лежит? Бутерброды. Бутерброды, да. В морозилке. Все по делу. И холодильника не надо. Все как учили. Да. Ну вообще классно поклеили. Все высохло, все. Вы уже открывали балкон-то? Нет, еще. Мальчик сказал, не надо открывать ничего. Неделю, да, подождать? Ну, какой-то период лучше не открывать. Неделю там, что, неделю, что-то надо открывать. Люстра, новый светильник повесили. Вообще обалденный. А лампочек не купили, да? Там одна лампочка, ну, хоть горит? Горела. Можно включить-то? Да. А, слушай, вообще класс. Горит. Красиво. Вот так три, если еще две вернуть. Ну, он сказал, все дело в проводе было. Илюх, когда разворачивал старую люстру, вообще он рванул провод. Ну, как обычно, дар-дар-дар хотел. Угу. И алюминий перекусился. Угу. Тут же сама знаешь, тут весь провода, которые идут, вот к люстре подходят, они все вот были тютелька в тютельку, там никакого запаса, обычно запас сейчас, ну это сейчас, когда делают, оставляют, там наматывают вокруг, туда-сюда, вот сколько-то сантиметров, а здесь было вообще все впритык, тютелька в тютельку. Ёбаный ты в рот. Ты говоришь, так и должно быть, значит. Значит, так и должно быть. Я ее так собирала, это все правильно. Ну, торопилась, значит. Теперь самое главное, тебе ее не забыть домой взять. Нет, вот я же провода-то эти все принесла. Вот эти. Надо было по переходнику. Дрелить невозможно. Дрелить было невозможно. Нужно было переходник. Не знаю, по телефону никто не звонил. По телефону никто не звонил. Она не знает твоего номера телефона. А ты ничего не знаешь номера? А меня не было. Они приехали сюда уже делать, а у них нету. Она мне говорит, это... Я говорю, как Сереге хотела. Они приехали делать сюда? Сегодня. Без тебя, что ли? Они домой ездили вчера? Да. Вот тебя ночевали. Нет, дома. Дом, дети, как они чужие? Ну, дети, что ж. Они и на работе ничего, дети самостоятельно дома сидят. Ну, 2 дня не были дома. Ну, что ж ты тут? Давай все бросим. Ясно. Нет, конечно, нет. Поехали домой. Но она, повесили ее нормально, да? Да. То есть она не болтается, она на ней висеть можно, повеснуть, и она не упадет. Не надо висеть на ней. Ну, в смысле, все прочно, стабильно, как качественно. Ну, он ее прибил к потолку, она же с потолочкой. Там крюк же, на крюк повесил. Он прибил там... А-а-а, все, туда, насквозь. В потолок его. Да. Прибил в потолок. Да. Ну, поклеили вообще шикарно. Картину даже повесили, картину Репина. Я не знаю, куда ее вешать, я и туда ее повесили. Мосик, в лесу ты же хотел в прихожую. Ну, а я просто... Она даже вот в тон к обоям подходит. Здесь все такое бежевое, цвета бейдж. Коричневое практически. В общем, все классно. Осталось плинтуса, да, купить сюда, приклеить. И что еще сюда? Каверу постелить. Мебель расставить. По порядку. Вот так вот. Глаза страшат, а руки делают. Гадкие слова. Нет, я не про это. Не надо ее заклеить, ничего не надо. Можно, конечно, заклеить, можно и все. Ой, раритет это. Цепочки. Золотые цепи, золотые браслеты практически. Патроны
Ну, можно было, не знаю, отдать электрику, может, пригодятся им патроны. Что, и выбрасывать, или выбрасывать все равно? Сейчас все это не подходит. Ладно. Ничего ни к чему не подходит сейчас это все. Это было историческое материалы. Зажигалку оставили ли твоя? Желтая? Да. Ну как моя, она же такая нет. Ну розетку все равно может пригодиться, куда-нибудь ее запендюрит. Специалисты. Она же рабочая должна быть. Ну не знаю, мальчик пока не подходит. Телевизор так и не проверять, да? Не включали никуда? Кто, когда? Когда тут ебель такая была. Какая там вот телевизор? Лёха их весь изнервничает. У него ничего не получается. Пока мы тут шнуры вставляли. Он говорит, блядь, я не знаю, что. Значит, всё, Илюш, давай я вставлю. Я сейчас вставлю. Давай со шнурами покончим. Ну давай, вставляй, то шнур не хватает. И обувь она оставила свою. Ну все оставили обувь, все оставили. Но все равно приедут. Приедут, конечно, а как они приедут? Приедут. Инструменты все здесь, все здесь. Угу. Конечно, приедут. Куда же их делать? Ясно. Ну ладно. Большое дело сделали за полтора дня. Большое. Переклеили комнату, повесили люстру. И на кухне повесили вот такой плафон зеленый. Зеленый абажур, лампочку Ильича. А здесь он нормально подключил? Или здесь так же мудро? Все хорошо подключил. Только как я не могу, не держится вот этот абажур, не умею так сказать. Не держится, и вот этот сам плафончик, который к потолку, он, ну как это, надо его что-то закрепить, но я не знаю. И аккуратнее маленько провод, да, сделали, убрали. Да. Работает? Работает. Работает нормально. Но ящик не снимали этот. Да, я и не буду. Ага. Ну и не надо. Все. Да будет свет на кухне, да будет свет в прихожей. И в прихожей он такой... Тоже нормально повесили в прихожей. Даже не обязательно розетку покупать сюда. Купить-то можно, но вряд ли нужно. Он, оказывается, пишет, парень-то, работал... Электриком. Электриком в нашем доме управления. Ага. Хорошо. В прихожей висит тоже новый плафон. А про счетчик он ничего не говорил, у меня счетчик. Ну что, да, по счетчику. Может быть и надо. Просто сейчас ведь такие пробки, коснись, вот перегорят, и их тоже нигде не найдешь, днем с огнем. Сейчас у всех автоматы ставят.